Всего 4 часа, и симптомов ангины как не бывало. Натуральные средства от боли в горле. Это лучшие средства от боли в горле. При обнаружении первых признаков заболевания терапия должна быть незамедлительной. Поход к отоларингологу никто не отменял, и медицинские препараты тоже. А наши домашние средства от ангины поможет справиться с заболеванием гораздо быстрее, устранит местные проявления и станет отличным дополнением комплексной терапии. Свекла поистине удивительный овощ, способный с легкостью справиться с болью в горле, и не только польза свеклы при ангине. Устраняет воспаление и уменьшает отечность горла. Оказывает заметные противомикробные действия. Снижает болевой синдром. Укрепляет местный иммунитет. Повышает эластичность капилляров и нормализует кровоснабжение. Размягчает пробки и гнойный налет. Свекольная терапия крайне простая. Стоит лишь запастись свекольным соком, который можно добыть при помощи соковыжималки, блендера или терки, и результат не заставит долго ждать. Пожалуй, это самый действенный рецепт. Смешай 200 мл свекольного сока с 1 стл яблочного уксуса. Получившийся коктейль подогрей в микроволновой печи до 30-35 си. Полоскай горло не реже 6-7 раз в сутки до полного выздоровления. 2. При гнойном процессе рекомендуется полоскать горло раствором свекольного и лукового сока. Разбавь сок свеклы водой в равном соотношении. В 150 мл смеси добавь 1 стл лукового сока. Полоскание таким раствором следует проводить не чаще, чем каждые 3 часа 3. Кстати, свекольный сок – отличное средство от ринита. Смешай сок и воду в равных частях, добавь немного меда. Закапывай по 4 капли в каждый носовой ход 4 раза в сутки. Проделывай такую лечебную процедуру 6-7 дней. Этот рецепт просто незаменим при вирусной ангине. Смешай 100 мл свекольного сока, 100 мл воды и 1 чл сока лимона. Такой смесью полоскай больное горло не менее 5-6 раз в сутки. 4. При частых рецидивах заболевания рекомендуют принимать отвар свеклы внутрь, 1 кг вымытых и неочищенных корнеплодов варят в 2 л воды. Когда свекла станет мягкой, отвар сливают в отдельную посуду. Принимать такой отвар необходимо по 50 мл 3 раза в сутки, а также полоскать им горло. Храни средства в холодильнике, а перед употреблением обязательно немного подогрей. Уже после 1 месяца такой терапии ты почувствуешь себя гораздо здоровее и сможешь с легкостью справиться с неприятными недугами. Полоскать горло средствами из свеклы можно абсолютно всем, за исключением лиц с повышенной чувствительностью к определенным компонентам. А вот принимать отвар внутрь необходимо с осторожностью, особенно тем, кто страдает от гастрита, мочекаменной болезни, диабета и остеопороза.